Ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Гурам Ди и Токсис «Забудь». Токсиса я узнал совсем недавно, когда у него вышел альбом Just Do It, EP. На самом деле, я переслушал этот альбом, мне он зашел больше со второго прослушивания, особенно вот этот трек, очень крутой на самом деле трек. У этого парня действительно большое будущее, в плане он очень хорошо может играться с голосом, и поэтому я думаю... Он станет еще популярнее, чем он сейчас. Вот. Прямо сейчас я нахожусь на Твиче, кстати. Так что ссылочка в описании. Сабайтесь. Мы вместе с ребятами будем слушать этот трек. Про Гурам Ди вообще ничего не слышал, поэтому хз, что ожидать. Просто let's go. Токсис после епихи должен показать уровень. Должен держать планку, чтобы мы понимали, что это не артист одной епихи, а действительно что-то может. Поэтому let's go. Все ссылочки в описании, на Telegram, на Twitch, обязательно сабайтесь, мы начинаем слушать. Сейчас. Нихуя себе бит. Че за прот? Ага. Больше не твой, сука, забудь. Тебя нету пару минут. Я не хочу, я не могу. Пришло время это перешагнуть. И даже когда наш фот смотрю, но может с ней вообще похую. Да я не из тех, кто базарит хуйню. Не понравилось лицо, говорю. Я думал, он брат, но он даже не друг. Как много фейков вокруг. Парень дикхэт, как вся его крю. Изменения, пусть в инсту. Так мало людей, кого я правда люблю. Всю себя даю. Оставь меня в покое, я тебя прошу. Больше тебя не неплохо. Выношу. Okay. Смотри видос, сука, зачем? Ты провинилась, теперь перемой член. Я не как он, я не как все. Подогрел кореша, но он не просил. Я не хочу, я не могу. Но тебя не примет даже пару минут. Давит меня, он не посадит хуйню. Он сам знает, его переверну. Снова грустишь, но нахуя. Как-то скучно. Нас привела сама, теперь ты одна. И я меняю суп, меня города. Это мой аромат. Маржелла и газ сопровождают меня. Никогда не хотел. Ни сироп, ни дорогу, ни бар. Don't stop, make it pop. Звук взрывает на колонках. Со мной гурам. Мы пулапаем на тонках. Drip down, swag down. Но мне нужно сделать доллар. New jazz. Бля, он круто сделал. Я для Don't stop, make it pop. Звук взрывает на колонках. Это сниппет, походу, был, окей. Забудь, что я был с тобой ночью. Мне нужно такси. Вот, играет с голосом. Неплохо, я не просил. Бля, классно. Гурам, объясни уже. Я больше не твой, сука, забудь. Бля, маленький куплет. Жаль. Хочу, круто сделал. Время это перешагнуть. Даже когда наш фот смотрю. Но может с ней вообще похуй. Крутой. Куплет вот этот крутой. Вот этот как-то скучный, мне показался. Я думал, он брат, но он даже не друг. Как много фейков вокруг. Парень дикхэт, как вся его крю. Извинения, пусть твин стук. Так мало людей, кого я правда люблю. Всю себя даю. Оставь меня в покое, я тебя прошу. Я больше тебя не выношу. У Токсиса с Гурамом еще один трек на альбоме Гурама. Когда Токсиса слушаешь, настроение поднимается. Да, это, кстати, факт, согласен. Он какой-то такой, от него веет прям харизмой, вот таким вайбом веселым. Вышел сейчас. Ну, альбом, я думаю, Гурама мы, конечно, слушать пока что не будем, но в целом в будущем может быть. Убисоло. Нет, Убисоло. Убисоло. Ну, вот этот альбом будет, да, реакция, но не сейчас. Окей. Короче, что могу сказать по этому треку? Мне, короче, все то же самое, да? Припев мне нравится, куплет что-то мне не нравится. Ну, типа, не, он нормальный, но какой-то скучный хз. Токсис очень круто, вот реально, как в чате подметили верно, что, типа, когда слушаешь Токсиса, настроение поднимается реально, это факт. Очень, очень круто сделал, мне понравился его парт здесь. Вот. В целом крутой трек, на самом деле, такой вайбовый, позитивный. Мне кажется, что Гурам Ди вот этому челу чуть-чуть вот здесь харизмы не хватило, есть ощущение. Особенно на контрасте с Токсисом, у которого харизма просто ебанутая, конечно. Но трек в целом крутой, бля, мне понравился, я добавлю. Реально классный трек. То есть... Ждем еще материала от Токсиса, в целом он здесь парт мощный выдал. Я думаю, он взорвет, конечно, жестко. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если ты так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека, по поводу Токсиса, по поводу Гурам Ди.
да, то есть, может, вы, у вас есть какое-то мнение, вы мне хотите что-то больше про них рассказать, потому что я за них практически не шарю, то есть, Токсиса только последнюю эпиху знаю, больше ничего. Вот. Также у меня есть телеграм-канал, в которых опросы на синглы, альбомы, то есть, все вот это мы слушаем. Там эксклюзивы разные также есть, поэтому на Телеграм обязательно подпишитесь, если я вам интересен. И на Твич не забывайте, чтобы не проебывать стримы. Вот. Ну а с вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!